Всем привет, друзья, на канале Мультиспорт. Очередной выпуск из этого шикарного бассейна. Отсюда уже был первый видос с Егором Петрушиным. Если не смотрели, там супер крутые упражнения от него по ссылке в правом углу экрана. Сегодня мы с Лехой немножечко обратились к базовым упражнениям по технике кроля на груди. Это опять же горизонтальное положение нашего корпуса в воде. У Лехи оно, конечно, было немножко печально. Ноги тонули, были разведены. Стопы загнуты, в общем, все криво, косо. Я постарался сегодня за 40 минут немножечко выпрямить ему ноги, положить корпус в горизонтальное положение. Мы сделали 3-4 базовых упражнения. Это отталкивание, скольжение с грибком, потом отталкивание, скольжение с грибком с работой ног. И более или менее что-то Алексей у нас сегодня почувствовал даже за 40 минут. Я понял то, что я, оказывается, не умел плавать. То есть раньше я плыл как баркас, ноги внизу, голова вверху. Вот так сейчас, вот. Да, сейчас немножко получается выровнялся. Ну еще работать и работать на самом деле. Но мы сегодня работали в основном на ноги. Мы постарались ему их выпрямить, поднять. Делали упражнения на глубокой части бассейна для того, чтобы разогнуть стопу в голеностопе. Очень частая ошибка, что у многих велосипедистов, у многих лыжников, да у многих людей в принципе стопа загнута и не может распрямиться в воде и не может расслабиться в воде, а плавание — это история про расслабление, вы знаете. Вот мы сегодня сделали несколько упражнений, я надеюсь, Леха их будет повторять как минимум один раз в неделю, а лучше 7 раз в неделю, тогда он летом на Сахалине точно выиграет триатлон, 100% отвечаю. На сегодня, наверное, все. Если ролик понравился, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. Приезжайте в Хабаровск, очень вас ждем. Всем пока.